преддверии Дня Победы в областной библиотеке имени Сактагана Баишева прошел вечер памяти, посвященный героям Советского Союза Талгату Пигельдинову, Манчук Маметовой, а также народному герою Казахстана Хиуаз Дуспановой. В ходе мероприятия читатели библиотеки ознакомились с жизнью и подвигами казахстанских воинов в годы Второй мировой войны. Среди участников вечера были курсанты Военного института сил воздушной обороны. Они, в свою очередь, отметили, что каждый патриот страны должен знать историю своих предков. Всем важно знать, какой путь прошел наш герой, дважды герой Советского Союза, Талгат Жакыпбекулы Пигельдинов. Это очень важно, потому что он защищал нашу Родину. Он все делал ради нас, ради своего будущего. Что у него в детстве происходило, какие он сложные преграды и пути преодолевал на своем пути, как он стал летчиком и как он стал героем Советского Союза.